Пастух, я слышу. Пастухаду. Так, пожалуйста, там еще кто-то сено поставил, чуть-чуть прикрыл маячками. Так, пожалуйста, конопля, акация. Ребята, я Сидорочка, троечка, здоровечка вам на все уровни. И пока-пока. Конопля, акация, прием. Люха КГБ, подполковник КГБ подошел, а вот и поднялся на акцию, и акцию его маяка. Калюк, прием. Слышу акцию громко, на 8 баллов акцию, 30% показывает. Там еще ребята подключаются, Василий. Много людей включали там у нас, по межанам процессов. Медведь, голодная бабушка, прямо в Алапузаке. Знову были мужики. Полковник Кутасов, а больше не дают. Генералы не дают, не дают никуда. Будем всем на себе давать. Генералы. Это чувство, которое делал КГБ. А, там сейчас и лесоруб подошел. Так, до 100%, 5-9 конопля, то есть это КГБ, 5-9 до 100% принимаю, вот, и лесоруб включился, он меня полностью заблокировал метры, вот на коноплёй один до уровня у меня проходит по Астаханову на Луганщине. Ну, пожалуйста, я сейчас передам на лесоруба. СБ, ребята, 73, всем здоровечка, пока-пока. Лесоруб, акация, прием. Чуть-чуть, а так-то уже мне 90 работал. Ваши 80.